Буэнос диэс, братва. Я зелен рассветную заряд ваш экрана, это значит, что мы продолжаем проходить Borderlands, и сегодня у нас в программе «Мусорный берег». Поэтому садитесь поудобнее, мы начинаем. На любой вкус. Так, у меня рейнджер. Так, смертоносный и весомый. Что это у нас за навыки? Смертоносный урон от критов. А, весомый. Блять, я хочу этот мод. Подходим и берем. Теперь, кстати, появилась маза. Обзавестись пистолетом, наверное. Охуенно! 135, 203. Теперь у меня на любом револе есть реген патронов. Плюс к этому у меня охуенный дамаг с крита. Блять, это не пауки, это призрачные гонщики, сука. Вот так-то круче. Работает. А куда мы, собственно, пиздуем, я что-то никак толк не знаю. Ага, испытание пройдено. А, блять, я вспомнил. О, ща будет лютая лють. Готовьтесь, ребятки.
Ща будет мясо. Улираков. Дай-ка я сначала и снайперки немножко подолблю. Ох ты ж мать твою, я так чувствую, что придется попотеть. Кажется, нашел точку с критами. А, в пиздище у вас. Так, осталось меньше половины. И есть контакт. Путная каточка, однако, была. Блять, говно воняет. Сколько бабок. Это на продажу. Так, ну вроде бы справились. Пришлось, конечно, попотеть, но куда деваться.
принципе, что-то мне так подсказывает, что... Я, конечно, понимаю, что нам... У нас здесь где-то есть железяка, но с другой стороны, 33 слота. Тебе надо сходить вон в ту очку. Даже тут какой-то брахлинский валяется. Пиздец. Короче, снаружи меня будут ждать. Это к бабке не ходи. Заебись. Я не знал, что водичка есть. Хотя да, это мусорный берег. У-ху! Я бешеный, я сумасшедший, бля буду. Так, я так понимаю, мы можем уматывать. Мы можем уматывать. Так, и поскольку это уже 30-й, мать его, левел, в принципе, где-то через серию другую можно попробовать все-таки пройти клаптраповку. То есть 4-е дополнение. Первую мы прошли вообще как не напрягаясь. Помните, да? Я не хочу бегать, поэтому я тупо расстреливаю с некоторой дистанции. Тут чутко, ты можешь срать патронами, как не знаю чьи. Хотя так получилось быстрее. Даже несмотря на мои влияния.
One shot. One kill. Короче, в задницу железяку, потом, если то, вернемся. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, стоп. Барахлишко же затолкать. Купи аптечку. Не пожалеешь? $185,000. Не слабо, наконец-то пошел заработок. Мне лень пиздовать через всю локацию, поэтому сразу к Андропасу. Вот такая вот движуха. Как вы заколебали? Ну есть и есть, на страхе шерсть. Так, вроде часть перестрелял, нормас. Ну, чешется. Опять ему накидаться, что ли? Это была последняя в его жизни атака. Здравствуйте. Елена Пирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа. Что ты можешь для меня сделать? Так. Соленые равнины. Угу. Нам еще надо поговорить. Значит, пора идти чистить старую гавань. Старую гавань. Или все-таки попробовать рискнуть своей задницей. И залезть на гиперионскую свалку. Это что там меня так распинало? Какое такое плохое нечто? Что за пиздец? Что за пиздец? Я хуею, дорогая редакция. Не, вот серьезно. В общем, у нас сейчас с вами два варианта. Либо попробовать таки пройти дополнение с клаптрапами. Либо продолжить движение в сторону барона Флинта.
Я, если честно, не знаю, что будет дальше. Так, ну у нас 20 минут хронометража, в принципе, нормально. Поэтому давайте-ка, наверное, все-таки затестим эту ебучую свалку. Душа поэта ж не выдержит. Так, станция Тартар. Я думаю, с новыми-то пуколками, да прочим барахлом будет как-то повеселее. Нуждается в твоей помощи. Так, ну чё, посмотрим, что получилось. Там проблемы, тут проблемы. Как так? Не, в принципе, возможен даже кач. Это порка. Так, ладно, попробуем урода со снайперки. Вот, блядь. Не, все еще потно, но не так потно, как могло бы быть. А на тему. Проще вот тогда с револьвера захватывать. 3,5 тонны экспы. Ништяк. Чё, доедим? Я же сказал, доедим. Люблю серьезных противников. Не продажу сгодится. Так, чё там с петуха упало? Так, нам надо добраться до первой детали. Здесь находится вон там. Эдак и накачаемся, глядишь. Пока станцию Тартар делаем. Да нет, всё нормально. Нормально, по крайней мере, легче того, что было. Гиперу сейчас, в принципе, вообще сильно не должны проблем доставить.
блядь, гиперу проблемы доставляют. Ой, блядь, вот это ошибочка. Так, надо отсидеться однозначно. Значит, меня эти робики съедят. Кстати, довольно шустро дохнул, заметили? Раньше было сильно тяжелее с ними воевать. Так. А, блядь, поздно запустил. Где этот пидор, кстати говоря? О, а вот и пидор. У него по большому счету сильно даже дамажить не надо, мне главное не давать ему тухнуть. Главное просто... Не дать петуху погаснуть, что я, собственно... с удовольствием и сотворил. Все продадим. Сейчас оттуда влетит ракета. А, не, не влетит. Нет! Почему? Мэр. На этом ярус всех подъел. Угу.
готов. Я очканул там проходить из-за того, что цилиндр мог въебать как следует. А, блядь. У меня получается туда. Значит, придется всю эту хуятину вычищать. Так, чуть-чуть я там за снайперочку поднял. Двести семьдесят пять. 95,706. Такая же. Сука. Ладно, ну что ж, продадим. Так, топереча куда? Бежим, бежим. Чё щенята? Комбат с этим ебанатом я точно не собирался ввязываться. Соскочить. Сука, кто бочку активировал, петухи? И у кого-то там электропушка. О, а вот и электроник нашелся. Долгий, правда, но нашелся.
Так, деталька прямо по курсу. Так, где последняя деталь? Далеко по левому борту. Нахер я туда полез. Люблю серьезных противников. Ух. Реально, серия получается какая-то дико мясная. Да и хронометраж уже почти под 40 минут. Я, наверное, на этом моменте предпочту прерваться. Кто смотрел, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и до скорого.